Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на день города Тбилиси в Москве в парк Эрмитаж. Надеюсь, будет вам интересно. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Все, пошлите. Друзья, ну вот, смотрите, сколько людей пришло на день города Тбилиси в Москве. Столько много народу. Как интересно. Какие-то картины. Вау, смотрите. Вау, шикарно. Вау, там что-то народное какие-то. Да, возьмем и приобрети вот эти. Маш, они тебе большие. Друзья, какая-то палатка называется «Дары деревни». Непонятно, что, наверное, вам? Чуть-чуть. О, вернисаж, смотрите. А какая-то беседка красивая. Так, что там интересно делается? А, какая-то выставка. Варя, друзья, куда пошла? Картин. Так, друзья, вау, вот это вот национальная такая картинская. Ну что, дальше пойдемте. Так, друзья, еще очередная палатка, значит, народные тоже всякие вкусняшки. Так, здесь у нас грузинский уголок называется. Так, много народу, друзья. Я извиняюсь, что... Так, что здесь такое? Здесь книжки, друзья. Очень много книг. Так, пойдем дальше. На Тахтари. Такая палатка. Друзья, это грузинский лимонад. Очень вот вся к нему. Мне подсказали добрые люди. Вот. Потом я буду наливать. Друзья, мы купили, значит, пиво, значит. Купили, значит, лимонад. Вот. Сейчас будем пробовать. Вау, какой вкусный, слушайте. Как вот необычный вкус, ну просто шикарно. Вот здесь нет, понимаешь? Вот это да. Шикарно просто. Друзья, люди гуляют, отдыхают, что-то кушают, все. Вкусные запахи просто. Очень много народу. Не знаю, что вам показать. Просто невозможно подойти. Допустим, сейчас вот сюда подойдем, не знаю, не получится. Друзья, подходим, напитки без очереди, подходим. Вот так, как-то так, друзья. Так, пойдем дальше. Не знаю, куда пойти, столько народу просто. Иду, пью на Тахри. Так, так, друзья, снова выставка. Посмотрим сейчас снова картины. Смотрите, какая красота. Вау, а это вообще просто шикарно. Бог видит, наверное. Вот это необычная картина. Кругом картина. Где граната? А? Забрали? Граната забрали. Вот девушка красиво стоит на фоне. Ну, в общем, как-то так, друзья, мы отдыхаем сегодня. Друзья, посмотрите, какая красивая клумба с памятником. Очень красиво.
Утрахман, друзья, Боржоми, смотрите. Я, говорит, песню знаю. С тремя словами? Давайте. Понятно. Шикарно. Памятник Чайковскому. Вот такое вот стихотворение. Я приехал, так, говорит, я от Белизоба, чтобы отметить 125 лет Боржоми и забрать бутылку Боржоми за вот это чудесное стихотворение, да? Какие-то конкурсы на сцене проходят. Это сцена мастер-классов. Так, девчат, у вас пойдем много здесь. На главную сцену. Там будут грузинские танцы, вечно, песни, бывает, пляски. Ну давай. Так что будет все здорово. Друзья, памяти к влюбленным. Для влюбленных, да. Сердце такое красивое. А там вот фонтан есть. Вон там. Не видно, опять люди закрылись. Друзья, вот еще один памятник. Тоже красивый. Да, красивая клумба. Смотрите, как оригинально все сделано. Мы нашли эту главную сцену, друзья. Сейчас мы туда дойдем, осталось чуть-чуть совсем. И покажу вам грузинских актеров, певцов и просто талантливых людей. Ваши аплодисменты погромче! Эй, эй!
Диана Гурская. Ну что ж, поприветствую вас, дорогие мои родные. Камарчубат! Я так рада тебя видеть. А я вообще не готова, Женя Николаевна. Слушай, ну, я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником. Это так здорово, так чудесно, что мы все здесь собрались, здесь. И, знаете, вот та любовь, и та тоска, и та вот душа и сердце, то, что есть в нас, талисман нашей жизни, это наша родина, наша Грузия. Поэтому, знаете, это здорово, что мы здесь все вместе празднуем сегодня замечательный праздник Тбилисоба. Холас могило цаптаги сурот, каргат коп нас, уфлис парвело вас. Так, ну пошли, что так, все, выходим. Жанна сказала все, и спела уже. Я сейчас объясню, в чем дело. Видимо, звукорежиссер не дошел до пульта. Он уже давно там, просто он думает, когда мы закончим бла-бла, что ты начала петь уже. Просто мы с тобой давно не виделись, поэтому... Да, ну сейчас анекдот. Знаешь новый анекдот? Ну, я знаю, но не стоит об этом говорить. Так, все, потом расскажешь. Поехали, песня Диана Гурская, волшебный десятый. Эй! Oh,
А чего нет?
Слушай, я не понял, я для тебя здесь вещаю. Девушки, аплодисменты, друзья. Народ! Эй! Эй, нацолец, спасибо. Ну что ж, мы готовы? Вы готовы? Смелот, аудит. Музыка! Шикарный концерт, это просто. Грузия рулит. А теперь направляюсь назад, к выходу. И по пути что-нибудь интересное, если будет, я вам засниму, покажу обязательно. Ну что, пойдемте. Передаю большой привет Алене Соломон. Привет, привет, привет. Друзья, мы зашли в KFC покушать, согреться. Очень холодно на улице просто. Сейчас что-нибудь вкусненькое купим, поедим. Все, давай. Друзья, вот купила я себе классик, значит. Стрипсим. Твистер взял. А вот это уже не мое. Это тоже. Еще чай себе взял. Ой, как много я себе в этот раз набрал. Ну вообще. Ну ладно, буду кушать. Друзья, ну что, я нажрался. Ну все, друзья, пока-пока. Увидимся в Ютубе.